понедельник, 23 декабря, прощались с почетным гражданином Сергиево-Посадского района Валентином Николаевичем Мироновым. Он ушел на 82-м году жизни. В церемонии прощания приняли участие депутат Государственной Думы Сергей Пахомов, депутат Мособлдумы Сергей Двойных, глава округа Михаил Токарев и те, кто работал с Валентином Николаевичем. Мы с Валентином Николаевичем познакомились в 72-м году, когда он был зав. Промышленным отделом горкома партии. И с тех пор нас на протяжении всех этих лет связывали хорошие, дружественные, рабочие и товарищеские отношения. Я без увеличения могу сказать, что, будучи вторым секретарем горкома партии, он внес большой вклад в развитие промышленности района. Валентин Николаевич родом из Краснозаводска. После 8 классов поступил в Краснозаводский техникум. В одном из интервью вспоминал: «А в комсомол меня в школе не приняли, дисциплина была неподобающей. Бывало, что дрался. Сказывалось и увлечение музыкой, творческая личность. Словом, присутствовала независимость в поведении, не соответствующая высокому званию комсомольца». Но спустя 20 с небольшим лет Валентин Миронов стал вторым секретарем районного горкома партии, а потом председателем Загорского исполкома. И под его началом сооружали памятник с вечным огнем, строили районную больницу, расчищали привокзальную площадь и начали строить гостиницу «Загорск». Я лично работал с 74 по 80-й год здесь, в городе, в горкоме партии. Конечно, с ним вместе рядом разрешали те проблемы, которые стояли перед нашим городом. Он был очень активный в своей жизнедеятельности. Очень, так сказать, добрый, порядочный во всех отношениях. Очень принципиальный, очень грамотный, очень добрый. Мы все к нему шли своей болью, что-то посоветоваться. И как-то всегда он находил и строг был, когда-то поругает, а когда-то вот именно даст то направление, которое нужно. Он очень, и вообще семья Миронов очень ценит дружбу, друзей. У него был его друг Ушанов Николай Гаврилович, был директором училища. Он всегда интересовался, как училище, как идет подготовка кадров. Добрый человек души. Он о всех заботился, о всех беспокоился и всем помогал. В послужном списке Валентина Николаевича Миронова была и служба управделами Совета министров Российской Федерации. Но он никогда не отрывался от Посада. Возглавлял Совет старейшин при главе города. Похоронен Валентин Николаевич Миронов в Краснозаводске.